И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Tamagotchi с модом Anunnaki. Да, я все еще продолжаю играть там же, и не знаю еще сколько буду играть здесь, но еще пока что играю. Вот, примерно так вот и я вам и сказал. В общем, судя из названия, вы уже поняли, что я хочу сегодня делать. Пригнал я паучиху, пока бежали, увидел мегапитека. 430 левел, пришлось завалить, ну потому что он напал на паучиху. Ха, ты аж не на того напал. Ну, в общем, завалили его, все нормально, как бы, голова, все дела, все хорошо. Паучиху пригнал на базу, поставил на нейтрал, стоит, охраняет. Все хорошо, все замечательно. Виверна потихонечку качается, потому что я туда-сюда, в общем, качаю ее потихонечку. Так что меня вполне она устраивает, даже такая. Вот. И, собственно, кстати, вот она, та самая записка, думаю, где-то же я читал. Полдня спавнил, только такая фигня заспавнилась, сори. Как будет 590+, сразу скину. Кстати, есть макака норм, но паучиха так себе. Если сам не притомишь, скажи, подкину. Собственно, вот я где это прочитал, думаю, где-то же я это, зараза, читал-то. Про норм макаку, вот он, думаю, про нее говорил. А, ну, паучиха, сам видишь, у меня уже офигенная. А, в общем, чуть ли не топовая. Но! Я нашел обезьяну, а именно мегапитека, 570-го лева. Она там же заспавнилась, где я и до этого убивал вместе с паучихой ту обезьянку. Лечу я на виверне. Да, именно на виверне, а не на дрейке. Почему, спросите вы? Во-первых, а мне по кайфу, оказывается, томить как положено. Со стрел, а не дрейками. Тем более эти стрелы реально тащат. Так что почему бы и нет? Кстати, видите, да, прогрузки, все дела, это... О, Дрейк, да ладно, Дрейк, синенький Дрейк, синенький Дрейк. Твою мать, синенький Дрейк. Оу, е, синенький Дрейк. Синенький Дрейк. 590 левел. Твою мать. Я не думаю, что я его притомлю. Не думаю. Ну ладно, в этой серии мы бежим за... А за кем? За мегапитеком, во, господи, я забыл, как его зовут. Вот, в общем, мне понравилось томить именно с руки. А это, по сути, именно с руки называется. Они тупо на динозавре и там, типа, змейками все дела. Ой, бедняжечка, а что это тут такое валялось? Блин, не знаю, исчезло. В общем, где-то здесь мегапитек, он полностью черный. И я хочу его притомить. Но где он? Сдохнуть он элементарно не мог, потому что на 570 левел попробуй-ка убить. Если только он не нарвался на виверну. Ой, на Дрейка. Но опять-таки же, это всего лишь навсего синий Дрейк. Они бы, как вариант, сейчас до сих пор бы дрались и стояли бы вместе. Так что нужно искать где-то здесь. Вот, кстати, вот. Прям вот здесь вот тогда я и завалил того мегапитека. И, собственно, да, кстати, именно здесь-то я и встретил другого мегапитека. Так что он где-то здесь должен быть. Где-то здесь, где-то здесь, где-то должен быть. Где-то должен быть. Обезьянка, обезьянка, обезьянка. Вот он ты где. Вы подружились с Рексом, да? С самочкой Рексом. Окей. Нет больше у тебя друга. Так что ну-ка давай, я разберсерка. Я разберсерка. Такс. Ой, я почистил куда нужно. Так. Отлично. Могу? Ой, какой он бешеный. Долбаная обезьяна, стой! Ты меня там, главное, хвостиком не махни по мне, и вообще будет все зачетно. Блин! Он на скале такой дерьмовый стоит. А, твою мать! Ну, я стрелу выпустил случайно. Вот лошара. Ну ладно. Брон-то есть, добывает дофига ягод. Цветочки я добуду, так что не беда. Где эта мартышка?
Слышь, алло. Слышь, беспредельщик, я там пытаюсь тебя, значит, ли найти, притомить, ну, в смысле, пристрелить, а ты тут такой, типа, убежал. Я сказал, нету у тебя друзей. Такс. Куда бы тебя за собой привести? Ой, подождите, я хочу убить. Хочу убить? Экспо! Не сильно большого лавла. Такс. Куда бы тебя заманить? Ладно. Заманим. Ну, вроде как, нашел местечко. Вторая стрела. Третья. Четвертая. Сразу же напускай побольше. Хотя говорили, что нужно выждать. Немножечко. Пятая. А что типа того, когда она начинает действовать, то есть если я запускаю вторую, то действие предыдущей перекрывается. Короче, считайте сами, я уже сбился. Пока я трындел. Напишите в комментариях, сколько стрел я потратил. Все что ли? Ну ладно. Блин, я все равно стрелу потратил. Вот лошара. Приуныл, бедняга. Приуныл. Такс, без сознания. Торпорчик. Ну, сравнительно быстро. Но использовать. Отмена. Отмена. Но тебе надо седло же, точно. Надо седло. Алло, Виверна, сюда иди. А я твою мать. Ой. А это кто там был? А это... Кего вы тут завалили? Ну ладно. Приземляйся. Проблема в том, что они очень долго приземляются. Вот смотрите, просто сраного как долго приземляются. Но на мегапитека нужно седло. Как-то я его быстро, да, притомил? А почему? А потому что у меня... О, у них пола нету, прикол. А все из-за того, что я уже знаю, как их томить. Как говорится, на паучихе научился. О, наверное, это твоя сумочка. Нет. А, это волк был всего лишь на все. Ну ладно. О, еда. Она мне нужна. А то у меня тут ягодка закончилась чутка. Ну ладно. Неплохо. Так, за мной. За мной! Вот, собственно, блин, все-таки прикольно, когда Дрейк так бежит, это... Ой, Дрейк. Ну, хотя Дрейк, верно, они бегают одинаково. В смысле, анимация у них одинаковая. Это прикольно выглядит. Так, давай уже вниз спускаться. О, догоняет, отлично. Дрейк мой, кстати, намного медленнее в этом плане, так что ему тяжеловато было меня догнать, когда я отгонял его. Ему было тяжеловато догнать меня. Я не думал, что Виверн настолько быстро бегает. Ух ты ж, матерь божья, это что там за такое чудо? Прайм Альфа Мамонт, ну я же не могу пропустить. Так, Мегапитек. Стой на месте. Погоди-ка, я хочу твое здоровье посмотреть. Так, это Дрейк. Кстати, а левел-то у тебя... А, да твою же мать. Ну алло, блин! Ну я ж навожусь на тебя, какого фига у меня выбирается Виверна? Так, ладно. Не, ну это судьба, короче. Дай за лапку подержусь. Такс. 730 немало. Урон нормально. Выносливость неплохо. Ближний бой. Вкачали. Отлично. Ты, наверное, а что ты кушаешь? Ты. А что ты кушаешь, кстати? Интересно. Ну-ка давайте-ка сразу проверим. Ну-ка давай-ка я у тебя мяско из лапки достану. Так, держи миску. Еда. А чё еда не убавляется? Погоди-ка, Дрейк. А чё, типа боссы не кушают? А, ну окей. А я не знал. Прикол. Ладно. Мегапитекушка, пошли за мной. Пошли на разборки. Файт. Оу, да. Понеслась. Давай, мегапитекушка, вали его, оу, да, вот это то, что нужно. И поджигаем врага,
подожженном состоянии, кстати, поэтому именно бадас он и дамажит больше, потому что он постоянно поджигает врага. В подожженном состоянии враг получает больше дамага, нежели в обычном состоянии. Поэтому есть смысл поджигать с периодичностью. Тем более у меня тут мегапитек, а мегапитек мне поможет. И... Сколько? Это что за дамаг? 224... О, 226 тысяч. 226 тысяч. Это что был за дамаг такой? Единичный. Я хочу на мегапитеке уже прокатиться. Так, стоять. Альфа-альфа-чок, альфа-альфа-чок. Где твоя сумочка? Аргентавис. О, мяско. Отлично. Так, наркоту наберу. Зря вы, ребята. Это носорог? А где от мантёнка-то? Вот в натуре. А чё, у него сумочки не было? Вот ж в натуре. Зря спускался. Анкилозавр. О, шапочка фиговая. Да уж, походу дела, да. Походу дела, реально зря спускался и не было ничего. Видать, сразу залуталось. Эй, ну все, короче, тормозим. Давай, иди сюда. Ну, а я пойду на базу. Народ, а чё это за такая фигня? Альфа, ранг, хельм, ивидзе. В общем, это у меня выпало с альфа мамонта. Офигеть! Работа подмастерья, альфа шлем. Офигеть. Я просто залез тут жемчуг взять черный. Нужен он мне тут, короче, наверное, будет. Обалдеть, вы прикиньте. Вот эта штука, я понимаю. И плюс защита. А что ты еще даешь? Прочность дофига, защита к холоду чутка и сопротивление к жаре. Прикол. Реально, прикол. Так, на что надо нажать-то? На альт надо нажать. Конечно, сейчас нифига не видно. О, точно. В доме же светло. В натуре. Странная прогрузка. Ну, а пока седло изготавливается, давайте посмотрим. Прикольно, прикольно. Кстати, такую из покрасочку можно самому сделать. Ну, выглядит это классно. Причем это не скин. Это чисто шлем. То есть я вот сейчас пытаюсь снять скин, скин не работает. Но при этом, если я захочу, я смогу на него надеть скин. Это, конечно, смешно выглядит, но в целом круто. Но я не хочу эту шапочку снимать, мне нравится. Даже скиновать ее не хочу. Так, ну а тем временем должно было седло уже состряпаться. О, да, мегапитек, седло для мегапитека. Так, сейчас я до него добегу, просто прогружается быстрее без записи. Так как в паузе все-таки очень фигово, то я стараюсь сжать на паузу. Вот, точнее, без паузы очень фигово, я стараюсь сжать на паузу, чтобы пробежаться быстрее. Так, это все выкинуть, это выкинуть. Так, отлично. Ближний бой. Странного туча ближнего боя. Теперь садимся. Стоять! А что эта шапка дает мне? Underwater Vision? Тихо, тихо! Это не просто шапка! Underwater Vision. Не понял. Underwater Vision. Окей. Я типа могу видеть под водой. Ну-ка, давай-ка снимем шапка. Ну, алло, блин, надевайся. А, залагало. Отлично. Залагало. Кстати, кислород? Ну да, залагало. Причем залагало очень давненько. Ну что же нафиг? Отлично. Разлагалось. Так. Интересно. Так, видим. Ничего не меняется. Но эффект, видите, да, в левом в нижнем углу Vision. То есть я вот нажимаю на H или русское R. Underwater Vision. То есть подводные видения. И написано Vision. Блин, ничего не понимаю. Ну ладно. Дополнительные эффекты, ладно. Так, давай, садись.
Ой-ой-ой, блин, чуть-чуть, короче, сейчас будет перезагрузка просто, поэтому так все фигово. Так, ладно. Побежали от база подальше. Так, ну, во-первых, как он сидит. Да, здесь он так на корточке, седло такое широкое, на лопаточке, и все. Ничего, так сказать, больше либо меньше. Бегает круто. Выглядит эффектно. Так, а теперь обычный удар. Просто бьет, бьет и бьет. Угу. А первый раз он ударил просто по земле. Понятно. Бросает булыжник. Причем, как вариант, это ломает, наверное, постройки. Погоди-ка, этот булыжник там так долго хранится. Прикол. Так. Дальше. Ctrl. Ага. Он крутится. Это на присесть. X. Лечь ничего. C. Ничего. Ох, ты еще и прыгать можешь. Зачетно. Погнали. Теперь пробуем попасть в кого-нибудь, а именно булыжником. Это, конечно, не какашки. Алло, блин, я в тебя попал. Ты в задницу попал, скотина. 20 тысяч. Вот так вот. Не нужно кидаться камнями. Ой, стрелочка. Не нужно кидаться камнями. Камнями можно и убить. Да уж. Это еще я сейчас про реальность говорил. Так, что у нас там по времени? Блин, 2 часа дня. О, ночи. Давайте лучше утра дождемся. Ну и дождь, может, пройдет. Фух, ну давайте смотреть. В общем, пробегая мимо, он точно так же наносит дамаг. Че они такие все побитые, что-то. Кто-то здесь все проходил. Ну да ладно. А, тут торпор на них накинут. Отлично. Может, это я и проходил здесь. А черт знает. В общем, давайте смотреть дамаг. Я ему еще немножко дамага вкачал. Давайте еще немножечко дамага вкачаем. Пока я стоял там ждал. И... Почти. Вот прям почти. Тяжеловато попасть, если честно. Да в натуре прям. Ага. Ровно 20 тысяч, неважно сколько дамага. Отлично. Такая атака. Почти 9. Ну и такая атака. Тоже самая. Ясненько. То есть, а это ровно 20 бьет. То есть тут уже не важно, что да когда где, она будет ровно 20 бить. Ну и, собственно, она губительна для построек. Так, ага, просто так на нем не постоять, потому что он стоит под углом. Так, здоровья у построек нету, потому что получается не в сети, все дела, бла-бла-бла. Ага. Ну, в общем, да. Построек нету ХП. Потому что здесь ПВЕ все-таки карта. Поэтому в этом плане мы не узнаем. Очень быстро качается. Если прыгнуть и кинуть камень, то мы получаем круговую атаку. А, также я заметил, понял, почему он одной либо двумя руками бьет. Смотрите. Ну, вы поняли, да? То есть, в какую сторону он повернутый, той рукой и бьет. А если по центру, то сразу двумя. Ну и на контру, это круговая атака. Ну, вот такие вот дела, народ. Вот такой вот мегапитек. Довольно-таки прикольный, если честно. Мне нравится. Дамажит нехило, бегает быстро. Умеет прыгать, хоть и огребается, когда падает слишком с высокого расстояния. Вот, но в целом круто. Вот такая вот у него мордаха. Когда он, так сказать, на свету. Так, ну-ка, давайте-ка вот так-то. Красивую картиночку давайте-ка сделаем. О, да.
кстати, один глаз у него светится, второй нет. Вот. Ну, в целом прикольный. Прикольный мегапитек. Это круто. Мне нравится босс. Ну и что, у нас осталось дрейков посмотреть, как томить. Ну, я думаю, вы понимаете, что лук, стрелы, все дела, пару стрел, и он просто-напросто падает. Вот. Ничего, как говорится, сложного нету. Оп, отлично. Кстати. Так, это миньоны подохли. Так, это дракон. Это Дрейк, отлично. Я помер от Титана Боа. Это, собственно, на том берегу как раз-таки, когда это все было. Так вот. В чем суть? Мои акулы до сих пор живые, где-то бегают. Вот. Я, кстати, когда бегал, я пытался найти их, но я их так в итоге не нашел. Они где-то там бегают, и они до сих пор живые. Это прикольно. Вот. В общем, народ, кстати, дерево он добывает офигеть как много. Я, кстати, не знаю, что это за шапка и какого фига она нифига не дает. Написано, что Underwater Vision, но в итоге нифига. Просто офигенно тем, что дает броня дофига. Ну, чинится. Ну-ка, чем ты чинишься? Хитин, кожа, волокно. Прикольно. И, может быть, отремонтирую в Анунаке Workbench. Ну, это логично. Кстати, а если, допустим, какую-нибудь дополнительную кнопку нажать? Типа... Ой, это карта, это не то. Такс. Нет, ни на какую кнопку не канает, включить это все фигня. Ну, да и ладно. В общем, народ, вот такие вот дела. Мегапитек тоже довольно-таки прикольно. Паучиха своеобразно прикольно. Виверна это просто кайф. Додорекс классно. И Мегапитек офигенский. В общем, все они прикольные и все они здоровские. Так, столько тебя надо поставить на нейтрал. Вот, чтобы ты был просто офигенно эффективный. Такую цель и поставим на нейтрал. Отлично. Кстати, виверна у меня женский пол. Если мужской пол добуду, так еще и можно выводить их. В чем весь прикол? Так, а ты у меня и так на нейтрале. И давайте ее тоже вкачаем немного дамага. Ну что, народ, все. На этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Ничего сложного в этом нету. Просто жмете поделиться в любой удобной вам соцсети и так далее. Что, на это все. Всем удачи и всем пока.